Развитие безопасности в Губкинском глава города Андрей Бандурко обсудил на встрече с коллективом «Автодор-сервиса». Также говорили о нынешних достижениях и приоритетных планах на будущее. Глава города провел параллель между развитием инфраструктуры и улучшением качества жизни губкинцев. К примеру, одной из тем для разговора стало развитие транспортной сферы и общественной безопасности. У нас в городе на сегодняшний день 376 камер видеонаблюдения, которые установлены в местах с массовым пребыванием людей. Это общественные территории, парки, скверы. В том числе на остановочных комплексах установлены камеры видеонаблюдения. 277 камер выведены в единую систему видеонаблюдения окружную. И к этим камерам, 277 штук, имеется прямой доступ правоохранительных органов, которые могут посмотреть архивы. Работу по установке камер продолжат. Все новые места установки оборудования согласовывают с органами внутренних дел. В завершении глава города поблагодарил руководителей предприятий и сотрудников за продуктивную встречу и активность, отметив, что все озвученные вопросы взяты в работу.